Мне что-то кажется, что я сейчас повеселюсь. Поймать цыплят нужно будет посадить в коробку. В идеале нужно было бы дождаться темноты, но у нас температура опускается, уже плюс 7. Вот, и чтобы они не замерзли, надо уже ловить. Они так забавно сидят. Вот, она их, в принципе, греет. Получается, они все полностью под ней, вон клювик торчит. Но все-таки будет холодно и... Как забавно шевелится. Так, сейчас буду ловить. Надеюсь, не разбегутся. Вот. Два вида. Тихо. Есть. Стой. Только главное не переворачивай. Вы куда? Ребятня. Ну-ка. О, вы еще и вылазите. Вас закрывать надо. Ну, вы даете. Какие шустрые, не верь мне. Так, стоять. Все, я поняла. Будем закрывать. Ой! Такие не большие уже. Большие. Все, не ругайся. Так, вот, смотри, дырочка. Иди туда. Булочки пойманы в коробку. Она идет за нами. Идем, девочка, идем, моя хорошая, идем. Заходи, куда побежала? Ко-ко, детки здесь. Что-то я вот сказала насчет того, что оставлю в курятнике, в коробке. Но мне кажется, она так нервничает. Плюс здесь есть куры, если я их закрою всех в курятнике, просто в коробке, я боюсь, что эта коробку разорвет эту. Мало ли будут убежать ее куры. Наверное, поедут они домой. В общем, будут дома, наверное, сегодня у нас жить, а завтра уже приедут сюда. Коты пошли проверять. Что сюда принесли? Ночь вообще вон взбудоражилась. Нет, котов сейчас выгоним. И в эту комнату полностью закрою. Выключу свет и пускай спят. Естественно, котов здесь не будет. Ночка, нельзя, ночь. Все, кошачье царство засуетилось. Яхан заскулил. Вот, но я думаю, дома все-таки лучше. Потому что в курятнике все-таки я переживаю, что, блин, мало ли что-то пойдет не так, блин, без контроля. Она сейчас коробку разорвет, блин, если Петя вдруг проснется раньше, чем я встану. Вот, не дай бог обидит, поэтому я думаю, мне так спокойнее будет.